Хорошо, но какие-то рядом есть хорошие люди, про которых вот можно сказать, что они надежные, они добрые, они с ними хорошо. Конечно, есть. Просто это люди, которые, может быть, они не то, что может быть, они точно, они не публичные, и нет смысла называть их имена. Но из публичных людей я скажу, что вот моей опорой и моей защитой всегда являлись люди творческого мира. Потому что, когда я оказывалась в моменты вот этих гонений, меня защищали только они. Ну, простите, Царство Небесное. Майя Михайловна Плесецкая, Родион Константинович Щедрин, Борис Яковлевич Эйфман, Юрий Григорович, извините. Большой театр подарил мне плеяду педагогов, которые всегда стояли за меня, просто стояли за меня корой. Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Наталья Бессмертного, Надежда Павлова, Михаил Лавровский, Гедемина Старанда, Андрис Лиепа, Ниночка Семизорова, Людмила Семеняка, Марина Кондратьева. Знаете, этот список могу продолжать. У меня и на Западе тоже есть замечательные педагоги. Гелента Смар из Гранд-Опера. Люди, которые учили меня в английском национальном балете. Дерек Дин, который меня спас в то время, когда Большой театр просто выпихивал меня вот так вот ногами, не принимая. И когда здесь... Простите, бразды правления имела грузинская балерина Нина Наняшвили, которая не претерпела появления российской балерины именно из Санкт-Петербурга, прима-балерина Мариинского театра. И я вынуждена была уехать из Москвы, потому что, вы знаете, здесь в этой студии сидели разные люди, но я говорю правду как есть. Владимир Васильев пришел ко мне и говорит: «Настя, давай так, в Большом театре просто такая ситуация сложилась, это или ты, или я». Я говорю: «Владимир Викторович, да я, конечно, я останусь в Лондоне. Вы что, вы меня первым пригласили в Большой театр?» Понимаете, многие люди меня спрашивают: «Как вы попали в Большой театр?» Сулейман Керимов заплатил. Так я к Сулейману Керимову, чтобы вы все поняли, пришла уже звездой балета и Мариинского театра, и Большого, простите. Чтобы вы понимали, Сулейман Керимов сам специально с компанией своей «Нафта Москва» спектакль организовал, не спектакль, а концерт, в котором попросил, чтобы я участвовала. И из этого, знаете, вот как вот все делается, да? Вот, ну, неинтересны людям истории правды, реалити. Всем хочется, знаете, взять вот все мои достоинства, принизить, куда-то спрятать. Почему всем? Нам не хочется. Я же не про вас. Не, ну, сам факт просто, знаете, я научилась. Просто у меня чувство самоиронии просто на самом деле мне присущее. Оно у меня от рождения. Ну, просто я поражаюсь тому, что происходит. И вы что думаете, что вот ваша программа не стоит как кость в горле? Те каналы, которым интересно только показать людей с самой нижайшей стороны и показать только, знаете, подноготную какой-то грязи. А вот мне иногда хочется задать вопрос людям. Когда вот нас осуждают, многих из нас, мне хочется спросить: добрые люди, а вообще вы сами, вообще вы безгрешны? У вас все в порядке вообще с вами, с вашей жизнью? Вот вы обсуждаете, ну, мой шпагат, вы обсуждаете мой образ жизни. Жень, Лейла, мне кажется, вы знаете, судя по тому, как засвечен мой дом, у меня ощущение, что в моем доме уже живет вся страна. Понимаете? То есть у меня нет. Так это же хорошо. Это же хорошо, потому что если бы Балачкова была неинтересна, если бы она шпагат бы не умела делать, конечно, так и никто бы... Безусловно. Но когда я делаю его на яхте и такой, знаете, Женечка, овер-шпагат, я всегда, еще в купальнике, понимаешь, в мини, и всегда говорю женщинам: подождите, мои котики золотые, для начала, вы, прежде чем мне рассказывать, какие мне купальники носить на пляже, или мне купаться, простите, в пальто на Мальдивах, ну, извините, это не очень удобно, вы сначала свои телеса приведите в такую форму, чтобы вы могли сами на себя эти мини-купальники натянуть, потому что многие же хотят, но не могут, Лейна, ну, скажите. И когда вы пойдете, вот, чтобы подержаться за поручень этой яхты, вы сначала дойдите. Но если захотите повторить мой опыт и сесть на шпагат, есть опасность упасть в воду, простите.